Ребят, всем привет, с вами Алина. Я сегодня в магазине Елисеевский. Знаете, давно хотела посетить это место, потому что это место с историей. Таких мест осталось мало. Но все как-то не хватало времени, а вчера я узнала, что этот магазин может закрыться. Поэтому я сюда поспешила, чтобы пофотографировать, снять видео и вообще посмотреть на это место.
Напротив Елисеевского располагается достаточно знаменитая вареничная номер 1.